Аризона вот уже очень хотелось. Пожалуйста. Моя тема прошла в прогулке, путешествия, самолеты, перекрестки. Я очень хочу прочитать стихотворение и прочитаю детское стихотворение, но подходит и взрослым. И надеюсь, что я добавлю сейчас позитива. Совершенно недавно написано, поэтому прям по бумажке. Самолет и шар воздушный, парашют великодушный, устремленная ракета, извиняющая комета, искрометный параплан — это лучше, чем диван. Пароходы, лодки, яхты уплывают, ух ты, ах ты! Плот красивый, деревянный, и кораблик нашей ванны, и лихой катамаран — это лучше, чем диван. Поезда и электрички, вагонеточки-сестрички, дизельный локомотив, он и ласков, и строптив, и трамвайчик-хулиган — это лучше, чем диван. Самосвал, врум-врум, жик-жик, и огромный грузовик, мотоцикл — резкий голос, и вместительный автобус, черный джип, крутой пацан — это лучше, чем диван. Лыжи, санки и коньки, и каталки-ходунки, беговелы и сегвеи, сами ездить не умеют, самокат, велосипед, без моторчика мопед, мяч, скакалка, барабан, втрое лучше, чем диван. Конечно, у меня еще одна бусинка осталась, что мы сами решаем, куда нам передвигаться. Сюда, да? Да. Я сейчас немножко не ориентируюсь. В общем, мы... Напоминаю, что это была Ирина Солонова. Огромное спасибо за активную ремарку. И мы приглашаем.